Надо понимать, что успех в первую очередь – это сохранить ментальное здоровье и заниматься любимым делом, а не новые роликсы. Деньги являются мерилом того, что то, что ты делаешь, то, чем ты увлечен, нужно кому-то еще. Но почему же мы так зависимы от публичного мнения? Во-первых, это память на уровне ДНК. Наши далекие предки всегда жили общинами. Такое положение было спровоцировано не желанием, а необходимостью. У группы больше шансов отразить атаку и выжить, чем у одинокого человека.